Всем привет! Сегодня следующий день. Я Софии достала Барби. Покажи девочку. Не снимай ей туфельки, не снимай. Покажи девочку. Покажи, какая красивая. Девочка держит зайчика. Тут такая вот отдельная такая, как преграда для них. Вот они могут покушать капусту. Бутылочки тут. Вот это я не знаю, что, честно скажу. Наверное, на портфель какой-то похож. Да, твое еще одна бутылочка. Все такое маленькое. Нельзя, нельзя, Крис, нельзя. Твое, твое. Ведерко, видимо, зайчикам водичку наливать. Вот тут такие их не тарелочки. Это для девочки горка такая, чтобы она каталась. Я еще тут резинку беру. Вот еще морковка. Еще морковка. Такой вот зайка. Думаю, что хорошо должно видно. Дала показать. Так. Такая девочка красивая. Сейчас. Зайчика. А там еще на волосах это. И сразу снимать. Ну, София любимое дело. Так что будет две такие теперь девочки у нее. И зайчики. Она так обрадовалась. Я даже удивилась. Тут, получается, в такой коробке все было. Все было зашнуровано, заклеено. Такая вот коробка. Сколько стоила? 74 лиры. Ты давно, кстати, с ней выбирала. Вот решила. А чего ты кидаешь? И решила вот с ней купить. Ну, тогда вот мы купили и сказала, что я потом ей подарю. Она еще как бы так-то не понимает особо. Ой, это зайчикам давать. Ножницы дай, дай. Ножницы дай. София, дай ножницы, пожалуйста. Пожалуйста, дай ножницы. Тогда я зайчиков забираю. Давай ножницы, бо-бо-бо-бо будет. Давай, зайчиков корми, давай. Тут как... А, еще какой-то утюг. Просто я открывала этими ножницами. Где зайки? Вот. Что ты ищешь? Корми зайков. Что? А, капусту туда клади. Вот, смотри. И пусть зайки кушают. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Водичку им налей. Не кидай. Вы что, конечно, она их всех это потеряет. Я тут уже... Ой, мы здесь, в общем, не спим. Я тут вчера порядок навела. Тут я снимала, когда видео о своей одежде, которую я вот расхламила, имеется в виду футболки. Вот все, что осталось, так хорошо. Ну, еще много чего расхламлять. А? А? Телефон дать? Ля-ля. На улице холодно, дождь. Сейчас баба придет. Угу. Я постелила здесь всю эту накидку, вот эти подушки. Но мы здесь не спим. Холодно, баба сейчас придет, да. И мне еще надо разбирать и разбирать. Вот этот надо разбирать, вот этот отсек, этот. Тут вчера так прибралась, все равно прилично стало. Ну, может, тут футболки там вот. Тоже хочу его свитера поближе поднять. Шорты туда подальше. Сюда, допустим, свитера положить. Тут ладно, пусть футболки будут. И уже сюда я положу в один ряд шорты, может, в один ряд штаны. Софии понравилось очень. Вроде как... А? Сейчас упадет все. Ой, аккуратно. Ой, тут еще какая-то расчесочка. Не прыгай, не прыгай. Сейчас все потеряем. Мячик. Не прыгай, София, пожалуйста. Давай я его беру в коробочку. И прыгай. Так упадет сейчас все. Упадет и потеряется. А? Играй. Сейчас эту сниму. Получится мне снять. Сняла одной рукой. София, не прыгай, пожалуйста. Все потеряем. Сейчас. Ой. Сейчас я вырежу тогда. Просто раз снимать, не снимать. Девочка может так сесть. Опа! И скатилась. На, зайка, мне мамак дай. Тихонько, тихонько, София, тихонечко. Твое, твое. Складывать, не знаю. Ой. Пока положу, чтобы она... Ой, на одежду. Еще одежду разбирать тут, в общем. Тут одежда, которую София маленькая уже стала.
Тут мужа рубашка, тут подруга мне давала кофту, когда ходила к ней в гости. Там за дверью разберусь. Я вчера тут разобралась. Вот тут у Софии футболки остались. Ну, да, там под свитера. Твои, твои, но не сейчас, не сейчас, не сейчас. Вот. Тут у Софии, получается, штаны вот такие вот, они очень теплые, в них спать можно. Тут пару кофт, и тут уже такие тоненькие кофточки с длинными рукавами. Здесь у нее вот так штаны теплые, тут кофты теплые. Ну, я очень много постирала, поэтому надо сюда будет положить. Да, Софиюшка? Да. А? Но. Посади на качельки. Не, не ты, не ты, девочка, ты сломаешь. Это для Ляли, это для девочки. Качели, не для тебя. Угу. И мы поедем потом. Выздоровеешь, и мы поедем на качельки потом. Ой, тут всякие эти вот жилетки, кофты такие вот вязаные. Но больше жилетки, конечно. По-моему, тут 2-3 вязаных кофты, это точно. И там дальше жилетки. Тут я сюда я сложила все ее вот эти леггинсы, шорты. Тут получается 2-3 платья, носочки белые, кофта большая ей, которая... Не-не-не, вот, пока убрала, потому что она их надевает, а я говорю, что холодно, вот. Данная картина как у нас сейчас, но тут вот София вчера играла, пока так. Тут я за компьютером сидела, у нас вроде непонятная погода, скажу вам. Ну как непонятная? Вроде тучи, солнышко недавно так вроде прояснялось, ну погода, конечно, не очень. Но я, наверное, все равно стирку поставлю. Мне уже надоело это, что кучами лежат стирка, и я не могу постирать. Видите, я вчера сложила здесь, все хорошо. Буду протирать пыль уже попозже. Сейчас пыль не буду поднимать, потому что София болеет, у меня горло першит. Я буду шалфеи полоскать. Ой, и посмотрю, мама что-то еще послала. Так, почему-то темно. Сейчас. Вот я прибралась, сегодня вот собрала тут все. Тут мы с Софией спали. Ну, игрушки я уже вчера ее показывала. Тут пока так складываю. Не знаю, будем сегодня собу ставить или нет. Муж ушел в этот кафе, вот это вот мужское. Они там в нарды играют, в карты там курят, сигареты, чай пьют. Сказал, один я не смогу поставить. Ну, в том году тоже его... Мамочка помогала. Без мамочки он ничего не может сделать. Это, конечно, беда бедой. Сегодня уже, знаете, какое? 18 ноября. И этот влог, наверное, выйдет ближе к 1 декабря. Потому что я не успеваю, правда, монтировать. Мне тоже хочется спать. И сейчас постоянно небулазер ей надо давать. Ну, я уже показывала вчера. Мой молодец, играет. Видите, как? О, видите, как кашляет. Вот так вот. Так что тут надо вот эту одежду отнести будет в тот ящик, где принимают одежду. Угу. Зайка будет кататься. Покажи. Класс. Он играет. Да. Покажи, как он катается. О, скатился. Ура. Да, ура. А теперь его покорми. Ням-ням им дай. Угу. 3 зайчика у Софии. Ну, прокати их. Пусть они прокатятся. Тик-тик, говорит. Типа, ну, тик-тик. Типа, забрался там. Интересно так. Молодец. Вот только-только она вот стала играть. Вот у соседки она увидела кассу. Кассу хочет. Я хочу ей подарить на Рождество. Да, он... да, ням-ням им дать. А на Новый год я хочу ей подарить Барби с одеждами. Он там тоже стоит 80 лир где-то. Такие зайки. Я показала уже. Ты играй. Корми зайчиков. Не будешь? Почему? Почему? Не хочешь? Мне что ли играть? Сейчас пойду кушать готовить. Давай, ты их катай, а я им пока кушать положу. Тоже это все дымот. А где еще одна капуста? Нет, капуста где? Я же говорю, что ты будешь терять это все. А? Капуста где? Сидишь, наверное, на ней? Нету капусты.
Ну, вот я говорю, что сейчас начнется. Все потеряем. Капуста где? А, вон она сзади. Ой, Зофия. Старайся вот держать все внутри. Потому что все потеряем. Я даже до этого, видите, совсем уже. Хочу, чтобы ничего не потерялось. Я потому что все ее игрушки... Ну как, когда приходят дети или кто-нибудь из знакомых... Ну, не то, что из знакомых. Дети могут эти игрушки или унести, или просто сломать. В общем, я такие вот всякие вот мелкие игрушки, там, которые вот, ну, мне жалко. Но не надо сюда, не надо. Сюда положи. Пусть они кушают. Он мне дает играть. Убираю, в общем, у меня специально по коробкам. Чего? А я что буду играть? Я пошла ням-ням делать. Баба, чем будем кормить? В общем, убираю такие, у меня просто память заканчивается. Такие мелкие игрушки у меня вот от мороженых остались, большие коробки. И вот туда убираю, и когда дети приходят, я знаю, что я могу, допустим, убрать. Когда соседка пришла с детьми, у нее дети, они, конечно, не умеют играть, они ломают все. И я это сейчас. Вот, так что попозже включусь, когда, наверное, будем устанавливать собу. Я не знаю, сейчас пойду куру фасоли делать, вот сухую фасоль. А у меня, ну, я вам покажу, наверное, на ужин, что мы ели. Вчера свекровь приготовила два супа. Она, конечно, в этом плане молодец. Помочь-то она поможет. Помощь это одно. Еще бы она не контролировала бы. И порой бы не советовала то, что не надо советовать. Цены бы ей не было. Потому что я рассказывала, она наехала на меня, что я... Не надела ей куртку. А что, у Софии куртка, что ли, есть? Нет, свекровь, это, конечно, моя больная тема. Я, конечно, поблагодарила ее, но все равно. Знаете, я не хочу с ними рядом жить. Не хочу. И мужу тоже об этом уже открыто говорю. У меня уже, ну, у меня сил уже нет. Что она постоянно тусит у нас. Ну, блин, как-то некомфортно. Я не могу каждый день. Сейчас холод пришел, и все, она вот тусит у нас. Вот. Плюс София заболела, плюс холод. Как бы мы никуда сейчас сколько дней не ходили тут. То у сестры были, в больницу ездили, то сейчас дома сидим. Угу. Вот, так что так вот. Не хочу. Да, когда там она заболеет, мы можем приехать. Там или сестра пусть там приедет, поддержит. Там, или сестра София заболеет, там не знаю, там решим, что как. Я не знаю даже. Но я не хочу с ними жить, вот реально. Потому что многие пишут комментарии, что со свекровью может то, что хорошо, помогает. Так это хорошо, что она помогает. Но не лезла бы, понимаете? Вот, допустим, сегодня собу надо ставить, да. Она ему с утра позвонила, говорит, сын, ставь собу. Вот он я, как дела? Я белый заяц или кролик. Ну, вот она ему с утра позвонила и говорит... Ставь собу, потому что она знает, что я уже все, я на грани, как бы. Говорит, я, говорит, схожу в кафе, а потом ты придешь, и мы поставим. В общем, напряг, конечно. Они. То она говорит, что рано еще ставить, потом уже, когда все выскажешь, уже начинает. Я говорю, вы его теребите, вашего сыночка. Он меня вообще не воспринимает. Может, ему лучше им вдвоем жить? Без нас? Я уже так думаю. Не знаю. Ладно, опять наговорила. Не знаю, честно скажу. Пока не знаю, но что-то как-то... Я что-то недовольна. У меня сейчас везде работают эти обогреватели. Сейчас бы, если бы свекровь пришла бы, сказала бы мне, выключай, сидите в одной комнате. Короче, трэш. Ладно, закончу я, давайте. Попозже включусь. Была память. Поставила я вариться фасоль. Вот рецепт скоро постараюсь выложить. Тут мне соседка. Я написала, как делать. Вот, и готовлю. Тут обогреватель стоит. Минута осталась. Сейчас скину все видео. Посуду помыла. Тепло. Кондёр работает. Погодка такая. Ну, нормальная, в принципе. Дождя нет. Вот я сейчас стирку поставлю. Вот такая вот.
София там играет. Нагреватель тут нагрелся. Хорошо. Почему-то здесь как-то прохладно. Что ты мне несешь? Сломала? Бак. Смотри. Наоборот, ковер положила. Я уже показывала, что здесь работает кондер. Ладно, пошли мы с ней играть. Так, в час и в час 30 я посмотрю фасоль. Все. Ну, все-все. И попозже включусь, уже покажу. Не знаю, что будем кушать. Если она мне даст телефон. Отец придет, она мне даст телефон. Отец не придет, мне очень сложно снимать. Она пока болеет, просто не отпускает телефон. Сейчас, моя хорошая. А здесь как у нас? Все в листьях, балкон грязный. Я иду, иду. Такая погодка, конечно. Но... Погодку я посмотрела. Тоже будешь смотреть? Ну ладно. Ладно, будем. Поиграю с ней. То я ей смотрю вообще скучно-скучно. Да и мне уже скучно дома сидеть. Я жду, когда погода наладится и София выздоровеет. Ладно. Ты упадешь отсюда? Не, вот сюда поставь стульчик. Вот сюда поставь и смотри. Ладно. Ну, наконец, поставили собу. Пришел сначала свекор София. Я тут усыпила, ну, засыпила. Он сидел здесь, это видео смотрел, потом его сын позвонил. Потом София проснулась, потом свекровь пришла. Мюлит пришел, но мой муж. Ну, мы-то не стали делать собу. Вот такая соба получилась, буржуйка. Как у нас в народе говорят. Вот. Это такой, ну, не знаю, что это, графин. Ну, чтоб вода нагревалась, и там всегда был горячий, всегда горячая вода, горячий чай. Ну, в принципе, ладно, это не в этом дело. Будем, не знаю, здесь спать. Вот, посмотрим тут, как получится. Может, наверное, будет там спать. Хотя только свекор сказал, что сюда принесет огромный такой матрас, ну, такой высокий, что здесь он будет спать, потому что мы здесь с Софией будем спать. Так-то можно было вот так, но... Ноги будут торчать. Неудобно нам будет спать. Вот. Будем так спать. Там-там. Вот стол сюда пока поставили. Извиняюсь, что беспорядок. Но вот хотела вам сразу показать, потому что София мне не даст телефон. Пока так, это все так осталось. Все буду убирать тут. Ну, в плане, что вот так вот стало все. Небольшая перестановка. Я пошла готовить. Ой. Сделаю рис. Эти комнаты вот реально они лишние. Вот я их не понимаю. Все. Фасоль я сделала. Так, фасоль сюда. Сейчас рис быстро сделаю. Салат. А я буду есть суп. Молочный вот такой вот. Или кесар я поем, я не знаю. Это вот молочный суп. С рисом. Из курицы. Я сделаю рецепт. Обязательно сниму рецепт видео. Видео с рецептом данного супа. Булгур я, наверное, поем. Мясо вчера она не поела. У меня еще тут, у меня сейчас везде беспорядок, потому что болеем. Ну как? А почему отключился? А, ну понятно. Батарея садится. Ладно. Или КСР я поем, посмотрю. Батарея садится, так что включусь попозже. На ужин сегодня куру фасилия, то есть фасоль, рис, это тушеные вот эти вот, не тушеные, маринованные перцы, я не знаю, салат. Я тебе еще мясо, София, подогрела. Я буду есть кесар. Кесар будешь? Фасоль? Давай я подогрею. Подогрею, вместе будем. Там холодное, подогрею. Элмас тоже. Элмас. Взяли. А мочок бирасук и мясо такое Софийке я сделала. Будем кушать. Кушать.